Ребята, у меня для вас интересная новость. В магазине «Колба» сейчас проходит конкурс, проводится акция. Разыгрывается более 100 разных интересных призов. Это самогонные аппараты, индукционные плиты, Яндекс-станции, наборы инструментов, наборы для бани. В общем, огромное количество призов. Все эти призы вы можете посмотреть по ссылочке в описании. Проходите, пожалуйста, участвуйте в розыгрыше. И пусть каждому из вас повезет. Друзья, мое почтение. Ох, какая хорошая погодка на улице. После зимы прям уже хочется куда-то на природу. Дома надоело уже все. Сил никаких нету. Что дома делать? Хочется уже отдохнуть. На шашлычки, я не знаю, там на рыбалочку. Да кто куда, кто на охоту, кто просто так на природе посидеть, побалдеть. Вот. Хотя бы просто походить, погулять, подышать воздухом. Вообще очень-очень приятное это дело. Вот. Выйти так где-то рядом с водоемом. Вот я сейчас постоял, посмотрел, там уклейка плавает. Красота вообще. Вот. Правда, говорят, клещей много в этом году. Ну, их что-то последнее время каждый год до хрена этих клещей. Это вот у нас здесь просто два городских пруда. Ну, одна речка, один пруд. Вот этот пруд, где я сейчас иду, он вообще напротив моего дома прям через дорогу находится. Красотища. Сейчас вот пройдусь. О, лягушки. Сейчас пройдусь и пойду домой самогоночку гнать. Ну вот я и дома. А что меня здесь ждет? Здесь меня ждут бочечки с брагулей. Уже практически отбродили две бочки на декстрозе. Вот эта бочка пшено. Здесь у меня ждет спирт-сырец перегонов, готовый продукт. Это солодовый. И что еще меня здесь ждет? А? Красота меня здесь ждет какая. Ну что ж, друзья. Быть добру за вас. Красота. Чтоб я так каждый день жил.